Несмотря на то, что Новый год Волгоград встретил без снега, туристический поток в регион за новогодние праздники увеличился на треть. Среди наиболее посещаемых туристических достопримечательностей – традиционно Мамаев курган. При этом аналитики отметили, что наибольшей популярностью в эти праздники Волгоград пользовался у жителей двух столиц – Москвы и Санкт-Петербурга. Для гостей города-героя было разработано более 200 однодневных и многодневных туристических маршрутов по всему региону.